Это не формат. Это прошлый век. А это вообще не вариант. Нет, проблем с выбором одежды у меня нет. Всего лишь катастрофа. Сегодня вечером, нет, чего бы это ни стоило, нужно быть на светском рауте. А стоить подходящее платье может больше, чем моя зарплата. Такую сумму я, конечно, не потяну. Остается один вариант. Взять наряд на прокат. Сервисы по прокату одежды и аксессуаров на всевозможные мероприятия появились в начале 2000-х на Западе и с тех пор очень популярны среди людей с разным уровнем достатка. Для Москвы аренда предметов гардероба – услуга менее привычная, но осуществимая. Всего за пару кликов в интернете мне удалось найти даже в окрестностях своего района сервисы по прокату вещей на тематические свадьбы, вечеринки с дресс-кодом, black tie и другие торжества. Ближайшим местом, где парадно-выходное платье обещали одолжить на вечер, оказалось ателье-мастерская карнавальных костюмов. Сегодня небольшие студии по созданию тематических нарядов существуют не только при театрах или киностудиях, как раньше, а довольно широко представлены по всей Москве. Я звонила по поводу вечернего наряда. А что у вас можно выбрать, кроме костюмов гусаров и светских дам, ну таких средневековых? Платье на светский раут, вечернее, коктейльное. Современный. Да. Среди многочисленных стоек с историческими, театральными, народными и танцевальными нарядами в мастерской по пошиву костюмов действительно нашлось и несколько более прозаических вечерних вариантов для меня. А какие условия проката? Ну, прокат на сутки. Вы берете его с вечера, идете на какой-то светский раунд, угу. Возвращаете до обеда следующего дня. У нас считается так сутки. Необходимо оставить залог в размере 5000 рублей за костюм. Да, вот это платье сколько стоит на сутки? По-моему, 1500. Там на сайте есть все цены, угу. Все фотографии с платьями. Угу. Можно все посмотреть. Угу. Ну, я выберу тогда. В примерочной я внимательно изучила отобранные платья. Следов активной носки не обнаружилось, а сами наряды смотрелись вполне достойно и торжественно. Из плюсов, кроме приемлемой цены наряда, 1500 рублей за сутки аренды, я еще отметила возможность бесплатной подгонки платья по фигуре. К неудобствам я бы отнесла залог 5000 рублей, который частично или полностью могут удержать за невозврат вещей вовремя или их порчу. Ну и решающим аргументом против лично для меня стал очень сдержанный фасон платья, без единого намека на модные тенденции сезона. Итак, в ателье по пошиву и прокату праздничных костюмов лучше отправляться по случаю приглашения на тематические торжества. Например, в стиле Гэтсби или Бетти Буп. Я, к примеру, кстати, совершенно бесплатно забронировала для себя и друзей костюмы на предстоящий Хэллоуин, чтобы предпраздничный ажиотаж не отразился на их цене. А за более модным и ярким платьем отправилась в студию по аренде одежды для фотосессий. Так, смотри, у нас платье больше ориентировано для платья для фотосессии. Если тебе нужно выйти и всех убить своим нарядом, то ты, конечно, можешь выбрать одно из пышных платьев. Если тебе нужно что-то более удобное и такое более женственное, то мы тоже можем тебе подобрать в какой-нибудь из наших нарядов. Откровенно говоря, об аренде ярких дизайнерских нарядов специально для фотосессий я узнала из социальных сетей, когда некоторые из моих подруг, в том числе довольно известные актрисы и телеведущие, устроили там целый фотопарад принцесс в оригинальных платьях-облачках. Сначала я даже немного расстроилась, что не могу себе позволить такие дорогие наряды. А теперь раскрыла их секрет. На мероприятии берут примерно вот такого плана платья. Ух ты! И сколько стоит аренда такого платья, например, на сутки? Аренда платья стоит 2000 рублей, 3000 залог. Да. Залог возвращается, если вы отдаете платье мне в таком же виде, в каком вы. А если что-то, какое-то перышко от него отлетит, то что? Ну, перышко не страшно, страшно будет, если вы прольете на него вино. Ты знаешь, на самом деле платья роскошные, но, к сожалению, вот они мне под формат моего мероприятия не подходят. Но если ты не будешь против, я безумно бы хотела бы примерить одно из них, просто хотя бы, чтобы сделать селфи. Плюсов в прокате платьев для фотосессий я нашла огромное количество. Блеснуть в образе современной принцессы можно всего за 2000 рублей. Залог вполне умеренный. А помпезное селфи для соцсетей с примерки платья мне досталось бесплатно. Минус только один, но существенный. Передвигаться в таком наряде крайне затруднительно, так что кроме фотосессии или, может быть, сцены, отправиться в нем куда-либо еще вряд ли удастся. Пока я занималась поиском наряда на вечер, на улице уже стало смеркаться. А у меня, ну как у Золушки накануне бала, ни платья, ни прически, ни макияжа. Тогда я решила попытать счастье в одном из новомодных столичных сервисов по подготовке девушек к мероприятиям. Его создатели обещают собрать своих гостей на торжество любого формата, так сказать, под ключ.
Наша идея была в том, чтобы создать сервис доступный, комфортный, удобный для любой девушки, с любой ценовой политикой, да, с любыми интересами, с любыми мероприятиями, которые ей подходят. И создать такое место, куда она могла бы прийти, полностью подготовиться, собраться и тут же поехать на мероприятие. Ценовая политика тоже достаточно разносторонняя. То есть девушка может прийти взять платье за 2000 рублей, им до 15 тысяч рублей. Подобрать подходящие наряды на выход и аксессуары к ним посетительницам сервиса помогает команда профессиональных стилистов. А для завершения образа тут же, в бьюти-корнере, можно воспользоваться услугами визажиста. Бьюти-корнер изначально планировался как очень комфортный сервис в дополнение к аренде платья. Поэтому ценовая политика очень комфортная для центра Москвы. Это 1500 и 2000 рублей за макияж и укладку. Когда я добралась до проката, времени до старта мероприятия оставалось уже не больше 3 часов. Но стилист сервиса Ася Дорофеева, которая любезно предложила мне свою помощь, заверила меня, что мы уложимся намного быстрее. Ну, это, я думаю, не очень подойдет под формат наш. Так, а вот такое. Ух ты, это прям что-то ультрамодное. Да, давай да, померим, да. Ася, какие у вас коллекции представлены? У нас выбор очень большой. У нас как представлены как и дорогие, известные бренды, так и более доступные европейские марки. И также мы работаем со многими российскими дизайнерами. Да, я вижу очень красивое платье. Может быть, что-нибудь светлое? Самым трудным для меня испытанием оказался финальный выбор платья из тех, с которыми я отправилась в примерочную. Выходя утром за нарядом, я и не надеялась, что встречу нечто подобное. В итоге я остановилась на самом оригинальном и дорогом из предложенных мне вариантов – синем платье-футляре от молодого британского дизайнера Генри Холланда. 6 тысяч рублей за 2 дня аренды равны примерно 10% от стоимости самого платья. И это если покупать в Англии, а не в каком-нибудь из столичных бутиков. Так что цена, на мой взгляд, оказалась более чем выгодной. Я вот на этом решила остановиться. Его просто можно еще с плоской подошвой сочетать, поэтому мне будет это очень удобно. Выделяться из толпы, да, это прям тренд этого сезона. Тогда, мне кажется, пойдем, тебя ждет уже мастер на укладку и макияж. Пойдем. В меню бьюти-корнера на вечер посетительницам предлагается 2 основных стиля макияжа. Тренди, ультрамодный в переводе с английского, и тукил, роковой. Это мейкап тренди, более легкий вариант тона, стрелочки, либо яркие губы. А второй вариант мейкап тукил, то есть это макияж, который убивает на повал. Вечерний вариант макияжа, смоки айс. Ну давай, наверное, тукил, чтобы хорошо. Всех убить макияж. Хорошо. Итого, на мое преображение в сервисе по подготовке к торжественным мероприятиям я потратила 6 тысяч рублей на аренду ультрамодного платья вместо 60 на покупку, 3 тысячи рублей вместо стандартных 5 на вечернюю укладку и макияж и всего 2 часа времени на все про все. За это ставлю сервису огромный плюс. Из минусов, пожалуй, только очередь в примерочную. На празднике моды и стиля в Центральном универмаге Москвы, ради которого и пришлось принарядиться, мне запросто удалось пройти взыскательный светский дресс-код в моей дизайнерской обновке. Привет! Шикарное платье! Ой, спасибо! Тебе потом расскажу, где его приобрела. Пойдем! Воспользовавшись случаем, я решила узнать у представителей мира моды, что они думают о возможности взять наряды от кутюр на прокат. Одежда от кутюр предполагает то, что ты надеваешь это один раз и больше уже не повторяешься. И позволить себе такое может меньшинство. Поэтому я считаю, что это прекрасная опция на день рождения, на маскарад, на какую-нибудь вечеринку взять шикарную шляпу, или пышную юбку, или платье со шлейфом, или даже сейчас можно взять обувь какую-нибудь сумасшедшую, экстраординарную. Вообще положительно. Я, конечно, считаю, что на самом деле, наверное, это немножко уменьшает желание женщины подбирать свой собственный гардероб так, чтобы выглядеть хорошо, но если это какое-то серьезное мероприятие, потому что я знаю, сколько стоят эти платья от кутюр, и я иногда сама их боюсь, потому что там просто в них хочется стоять и не дышать. А это дает возможность одеться классно и как бы потратить немного. Я считаю, что это хорошая идея, потому что действительно, чтобы не складировать платье в бесконечном количестве, или чтобы не разоряться, если тебе нужно завтра выйти один раз, поразить всех, то это хорошая история. В моем новом образе на прокат я оказалась в своей тарелке даже в кругу знаменитостей, а на сэкономленные деньги поеду, пожалуй, отдохнуть. Вот только бы определиться, куда. Но это уже другая проблема. А у каждой проблемы есть простые решения.
Пишите нам на почту и в социальных сетях. Будем искать эти решения вместе.